Даже в будний день брещане отправляются на рынок, в основном, чтобы приобрести вкусную и полезную ягоду – арбуз. Но немало и тех, кто давно соскучился по аромату дыни, среди большого ассортимента фруктов ищет только ее. На прилавках Брестского центрального рынка бахчевых много, представлены разные сорта, вот цены практически не отличаются. Арбуз продают по 2 рубля за килограмм, а дыню – за 3. Дары природы проходят обязательную проверку, только предоставив сертификат, продавец заполняет прилавок. Арбузы и дыни все привозные. На них есть документы удостоверения качества и сертификат. Идет проверка, продавцы предъявляют сертификат и смотрят, совпадает ли партия, дата, откуда привозят. Ну и все исследования. Исследований на самом деле на арбузы там множество, начиная от радиации, заканчивая нитратами и тяжелыми металлами. Кроме того, специалисты могут провести дополнительный осмотр, проверить, в каком состоянии находятся арбузы и дыни, и пока ни у кого не было выявлено нарушений. И неудивительно, ведь перед тем, как попасть на прилавок, опытные продавцы придирчиво осматривают товар. От их зоркого взгляда не спрячется ни одна мелочь, а потому они точно могут посоветовать, какая полосатая ягода будет слаще. Всегда большие арбузы вкуснее, чем маленькие. Для чего? Первые для начала созревают они быстрее, чем маленькие. Маленькие, когда уже становится, например, август месяц, она уже будет, как говорят, большие уже рыхлые, а маленькие зрелые. И она выбирается там, чтобы чем тупые для начала арбуза, чтобы она вкуснее будет, она зрелее будет. Чем звончивее, она зеленая будет. Но не только в арбузах знают толк продавцы. Определить, какая дыня будет ароматной и сочной, не всем покупателям под силу. Многое зависит от сорта, а потому лучший помощник в этом непростом деле не интуиция, а доброжелательный продавец. Когда я выбираю дыню, я смотрю, чтобы она была такая более шершавая, чтобы она была у носика немножко мягкая, хвостик когда немножко созрелый. Да, эта дыня не по запаху определяется. И как бы в этом году погодные условия очень хорошие, дыня созрела. Медовая, сладкая, приходите, выберу с удовольствием. Дыни и арбузы – летние лакомства, которые любят многие, но не только из-за вкуса. Эти дары природы еще и очень полезные. И арбуз, и дыни – это кладезь полезных витаминов и микроэлементов. А еще это незаменимые в летний период друзья тех, кто следит за фигурой, ведь в 100 граммах этой ягоды находится всего 40 калорий и нет жиров. А потому для кого правильное питание – это не просто два слова, образ жизни, а также для тех, кто любит вкус бахчевых и заботится о своем здоровье, пришло самое время отправляться за покупкой на рынок, чтобы получить свой комплекс макро- и микроэлементов, витаминов и клетчатки. Ведь сезон их созревания сейчас в самом разгаре.